Следующая новость для любителей бокса. В преддверии поединков двух популярных боксеров Вячеслава Узелкова и Заура Бейсангурова с их соперниками сербом Геардом Айетовичем и аргентинцем Гуидо Пито состоялась открытая тренировка. Спортсмены продемонстрировали свою физическую форму и рассказали о подготовке к предстоящим боям. Правда, популярный украинский боксер Вячеслав Узелков не смог появиться на мероприятии. По пути в Киев его машина попала в аварию. Сам спортсмен не пострадал. Праздник бокса, напомню, состоится в субботу 12 апреля в 20:00 в Броварах. Кроме того, все зрители Интера смогут насладиться поединками в эфире нашего канала. Подготовка прошла, слава богу, хорошо, без травм, без ничего. Провел много спаррингов, партнеров было много разных. Чувствую себя хорошо, я ко всему готов. Я очень долго готовился, и в субботу я покажу все самое лучшее, что умею. Я верю всей душой, что мне удастся победить. Я приехал в Украину за выигрышем, и я выиграл.